сторона. Там у нас аэропорт. Поехали. Посмотрю, как самолет взлетает, если он взлетает, если он не приземляется. Вроде приземлился, получается. А нет, взлетел. Мы его упустили. Летел без нашего ведома. Вообще по кайфу день. Такая тишина, спокойствие, красота. Самолеты. Да, кстати, тут китайская стена у нас. Китайская стена. Ага. Как же неудобно, когда нету тормоза на этом велосипеде. Какая-то интересная проходит здесь стена. Так, очень интересно. Сейчас посмотрим. Я сейчас. 2 секунды. Посмотрю, что за стена китайская. Непривычки на велосипеде сейчас слез с этой велосипеда и ноги подкашиваются. Представляю, кто на них ездит, какие у них мышцы должны быть, потому что несколько сейчас этих раз по горке вверх забрались и уже эти конкретные мышцы напрягаются из-за этого. Кто постоянно на них ездит. Так, стена у нас далеко идет. Непонятно, по правде говоря, зачем эта стена сделана. Я сначала думал, может, для воды. Хотя, может, так и есть. Но вот здесь вот она уже как бы все. Получается, вон там эти поливочные какие-то. Вон самого аж вверху она идет. То есть что-то там такое происходит. Все, смотрите, обзор ТВ, двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию.